Итак, мои планы... Санфи... Господи Иисусе! Надеюсь, меня там не будут ждать мексиканцы, которые скажут мне... Ты будешь щить, ты будешь на нас работать, ты будешь нашу семью защищать наши портянки. Ух ты, чья-то незаконно припаркованная машина с открытым багажником. Скорее всего, они пошли на пикник. И лужа крови, это, ну, мясо протекает. Да не обращай внимания, просто дебил, я необразованный. Наконец-то! Честно сказать, я думал, что Семёныч выполнит мою единственную просьбу за 2 года. И попросил его единственный раз не пить перед съемками. И то он выпил и сел на вертолет. Дуболом! Это самое, надо сразу вот так вот делать, чтобы наверняка... Хоп, нету, да? Нету. Чатери. Ну и последняя надежда осталась на город Сан-Фиера, в котором я надеюсь найти свой номер, загаженный полностью там с ног до головы, без телевизора, без всего, без электричества. Но единственное, что мне нужно, это парковочное место. Итак, мои планы в Сан-Фиере. Господи Иисусе! Я живой. Офигеть, вот это трюк был! Трюк настоящего мужика. С остальными поршнями. Господи, ребята, я сейчас... Я хотел просто какую-нибудь шуточку замутить за 399 рублей 48 копеек. А я просто нечаянно нажал вправо и такой... Офигеть. Офигеть, первый раз заснял. Знаете, как бывает, ты всегда пытаешься заснять какой-нибудь классный трюк... Вот, включается запись, да, и пытаешься заснять, да? И не получается. А когда только выключил запись, с первого раза получается какой-то просто супер безбашенный трюк. У вас тоже такое было? Ставь лайк, если было. Да я знаю, что было. Ставь лайк. Ставь лайк! Пуся! Мне, пожалуйста, краску поменяй. И еще это самое. Выкиньте труп из багажника. О, спасибо. Я трухасла. Амахасла. Хлеб мажу на хлеб. Ведь я амахасла. Хлеб намажь на хлеб, мушек. Хлеб на батон, батон на масло, масло на кетчуп, кетчуп на майонез. Вкусно. It's time to... Здравия желаю, товарищи негры. Я приехал домой. И у меня последняя надежда. Умоляю, прошу тебя. Почему? Я хочу здесь отель поймать, срочно. 3 номера. Как мне поймать этот грёбаный номер? Я не знаю, мне нужно либо его поймать, если же мне сегодня не получится его поймать, я попробую поймать его завтра. Я уже ловлю отель 4 дня. Я никогда не ловил отель 4 дня. Максимум. Максимум было, когда я ловил отели. Максимум дней. 2 дня. Что я делаю не так? Обычно у меня, знаете, так... Я не играл неделю-две, такой думаю, а, надо зайти. Такой вижу, отель слетел, думаю, без... не проблема. Захожу в тот же день, ловлю отель. Но, сука, в этой вселенной что-то изменилось. Кто-то подкрутил настройки. Садись, брат. Куда? Брат. Я тебя подвезу. Иван Логинов. Вот я всегда хотел такое имя и фамилию. Вот, вот подвезу его. Куда, брат? Граница ЛС. Что? Ладно. Граница так граница. Граница ЛС. Ну, поехали на границу. Что проблема? Надеюсь, меня там не будут ждать мексиканцы, которые скажут мне... Ты будешь щить. Ты будешь на нас работать, ты будешь нашу семью и защищать наши портянки. Наши вонючие драные портянки. Ух ты, чья-то незаконно припаркованная машина с открытым багажником. Скорее всего, они пошли на пикник. И лужа крови, это, ну, мясо протекает. Как маринадик. Брат, что ты встал? Тут я еду, не видишь? Я владелец этого города. Это мой город. Это моя... Атмосфера. Сюда, брат? А куда именно? На границу? Ну, давайте на границу высажу. Надеюсь, я не привез сюда иммигранта. Мишка Булкинов. До мэрии. Садись, брат. До мэрии. До мэрии. До мэрии. Короче, ладно, до мэрии. Правильно, мэрия. Правильно, мэрия. На будущее. Надеюсь, я его не обидел. Я просто, чтобы на будущее. Чтобы знал. Потому что я когда-то тоже писал мэрия. Да я и сейчас пишу мэрия. Просто в Википедии случайно залез и узнал. Да не обращай внимания, я просто дебил, я необразованный. Ай, лучший брат. Просто лучший. Ай. Мишка, Михка, Михка. Ой, братан, ты просто, ты лучший. Удачки.
бро. Я поплыл. Поплыл дальше вершить благие дела на благо коммунистической партии. Какой? В дуфе не знаю. Так, что мне нужно делать еще? Так, надо встать на обочину. Заправиться! Точно, надо заправиться. Но перед тем, как я заправлюсь, нужно заправить желудок. Мы сейчас с вами поедем в магазин овощей для душевно небольных, сосредоточенных на пончиках. Едем, короче, в магазин для хиппи, и там я хочу посмотреть приколюхи разные, потому что я не знаю, может там добавили какую-нибудь приколюху, я хочу это заценить. Брат, тебя подвезти? Садись, брат. Нет, планы немножко изменились, я подвезу до аренды. Ну давай, брат, до аренды. Ну тут недалеко, тем более, так что нормально. Удочки. Хорошо, теперь едем точно все для хиппи, это в Сен-Пьер, как я помню, да? Блин, срочно нужно идти до... Хотя, знаете что, можно сейчас заехать в одно... Можно сейчас заехать в одно место, где показано... Бензин! Бензин! Забыл. Желудок-то заправил, а машину забыл. Посторонись, у меня мало литров. Фил, сколько-то дорого? Ну, в принципе, приемлемо. Так, ну давай. Что? Ты совсем, что ли, грибов обсосался в лесных? Ладно, бай, фуэль. Ну, придется. Ты как-то заправить, я... Фил? Кар? О, гениально. Ладно, теперь, по крайней мере, я смогу доехать до места, куда я хочу... заправиться. Вот. И до места, где я хочу посмотреть, где у нас солетели всякие домики, магазинчики. Потому что я бы себе прикупил хоть какой-нибудь... Нет, ну... Какой-нибудь я, естественно, брать не буду. Я хочу какой-нибудь занять такой, чтобы прибыль была. Там, в день хотя бы, ну, по 1000, чтобы летело. Чтобы нормально было. Хоть как-нибудь. Домики. Насколько я помню, здесь... Ну, в принципе, здесь практически ничего не изменилось. На самом-то деле... 900 тысяч? Сан-Фиеру. Нормально. Но дорого. Ага, средний. Угу. Так, 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 так. И, блин, ну тут ничего нету. И бизнесов нет. Это очень плохой сервер, по-моему. Это очень плохой и еще раз плохой сервер. Значит, теперь все, магазин все для хиппи. Все. Встретимся там. Я включаю свой турбодвигатель. Я включаю передачу на 93-7.4.5. И я здесь. Видали мою магию, а? Магия. Подождите. Магия Уолтера Уайта. Да. Вот такой вот у меня ник. Это один из самых популярных ников. Мой. Уайт, смотрите, тоже Джон Уайт. Но это не то, как бы. Уолтер Уайт, это он более известен, чем какой-то... Джон Уайт. Итак, что здесь можно купить? Гитарку. Бумбокс, зомби, дым-машина, костюмы гиппопотам. Гиппопотам, да? Есть одна идея прикольная. Вот это минус, как минус 1000, он же... Тут же 700 написано. Дым-машина, 5000. А, так нельзя, ну давай тогда дым-машину. Все, теперь я буду... А, где выход? Вот он. Так, лок 3. Открыл, закрыл, сел. И... Стартуем! Смотрите, теперь как классно выглядит. Типа я из будущего. Обожаю это всех. Просто потратил денег много, ну ладно. Это можно. Тем более, что я заработал сегодня нормально. Смотрите, в дрифте я говорю такой... Типа я крутой, смотрите. It's a me rolling. The hating. It's a motherfucking fucking. Вот так-то. Так, все, мне надоело. Дайте мне перекрасить на нормальный цвет. Это синенький. Я что, на гея, что ли, похож? Ребята, ну... Чё я? Синенький цвет. Сейчас сделаю настоящий мужской цвет. Примерно... Ну, примерно такой. Ну, я думаю, достаточно мужественный для меня, да? Ну, по-моему, достаточно мужественный. Очень мужественный цвет, по-моему. Ту, сука! It's a me rolling. It's a hating. It's a motherfucking twerking. Хорошо, поехали троллить граждан этого штата дальше. Теперь куда мне нужно съездить? Теперь мне стоит съездить в одно место. Но я боюсь, меня там не примут. Скорее всего, не примут. Но, поэтому квартира в новостройке на 11 этаже. Цена от... Но, ничего себе. Новостройка. Обалдеть. Кстати,
очень хочу сейчас посмотреть, съездить место одно, которое я, о котором я недавно узнал, но я вот так не видел толком. Новостройка, говорят, там квартиры, не дома, а именно квартиры, ну как отель, короче, только дороже, и обустраивать вроде можно, я не помню. В общем, сейчас заедем, посмотрим. Ну мы, кстати, уже почти приехали. Вот видите, зеленая квартирка, это и есть новостройка. Во. Видите, это молодцы. Просто я обожаю проект Demeter Pay, я его обожаю. Почему? Ну, говорить, он, многие, наверное, скажут, ну, Advance же лучше, Advance как-то там что-то получше у него. Да, у Advance есть свои плюсы. Но у Diamond этих плюсов намного больше. Просто так говорить неудобно бегать. А вот так нормально. Так, поехали. Значит, чтобы нам войти в эту новостройку... Оп! Лифт! Так. Как там это отключить команду? Все, отстань. Вот, смотрите, короче, подходишь... Открываются, закрываются, открываются, закрываются, открываются, закрываются. Обалдеть. Вы нигде такого не встретите на Advance. Значит, поедем на какой этаж? На 12 я хочу, самый высокий этаж хочу. Флур 12, пол 12. А, тоже подходить. Угу. Госцена 800 тысяч. Ни хрена себе. Ну давайте посмотрим. Я хочу просто зайти посмотреть в любой из домиков и посмотреть просто, что там. Офигеть! Мама, купи мне такой домик. Вы просто посмотрите. Здесь как... Не, вы просто посмотрите. Камин. Здоровенный телевизор. И еще красивые картиночки. Прикольно. Здесь музыкальный центр, ну, тут книжечки может почитать, если топлива хватает, сжечь. Вот смотрите, у нас такая гостиная, бильярд, да? Можно сыграть? Нет, нельзя. Или можно? Нет. Так, дальше. На самом деле лучше бы тут не помешали обои, вот согласитесь. Вот чего-чего, а раскраски стен здесь реально не хватает. Так, хорошо. Здесь у нас еще одна стереосистема с охренительным телевизором. Еще приставочка есть, магнитолки всякие. Тут у нас кухня, шампанское. Вау, я первый раз в игре вижу здесь шампанское. Первый раз вот такой вот. И бокалы, офигеть. Так, дальше. Они добавили яблоки. Да ладно. Обалдеть. И часы. Ну, часы, конечно, не работают, это, я не знаю. Это, наверное, трудно сделать. Мясо, типа, жарит, дожарили, не дожарили, похоже. Кофемолочка это. Тут уголь стоит. Почему он стоит здесь, если ему надо было вот там поставить? Ну, ладно. Вау, это обалдеть, просто шикарно, ребята. Не, ну вот, раскраска стенда. Золотой диск. Здесь живет явно... Ох. Павел Дуров! Павел Дуров! Да точно! Вы смотрите! Один в один, Паф. Один в один, Пашка. Ну, Пашка же один в один, вот смотрите. Вот так сяду. И будет у меня такая превьюшечка. И ну, просто посмотрите, это же реально как у Павла Дурова раньше была такая, помните, такой у него с Москвы, и там вид был немного другой, но все же. Он как-то там так... Как-то он там мял так руки, ну, ладно. Тренажерка, в общем, здесь. В общем, спальня. Правда, я не знаю, почему кровать стоит именно так, потому что я никогда в жизни не поставил так кровать. Я поставил ее, не знаю. Ну, где-нибудь вот тут, где вот тут слева. Ну, как заходишь, вот так вот, можно сразу такой, оп, на кровать. И вот здесь можно, чтобы пройти было. Сумки здесь, они просто не хотели оставить свободные углы и ставить сюда сумки. Но эта комната, на самом деле, не такая красивая. Вот, с ванной комнатой они... Сделали все, что надо. Аптечки, полотенчика, коврики, ванна, тут метелочка тоже, чтобы прибраться. Что-то как это? Как сорти... Ладно. Вот сортир, собственно говоря, туалеточка рядом лежит. Значит, смотрите, душ и ванна. То есть, обалдеть. Полочки. Естественно, все это есть. Все это есть. Обалдеть. Мне очень нравится, на самом деле. Я бы хотел жить в таком домике, но... Опять же... Я очень хочу, чтобы сюда добавили оформление стен. Значит, пишем exit или же нажимаем левый alt, если у хозяина есть такая прокачка.
Так, посмотрим, а тут одинаковые они или... Или просто... Да ладно. Все разные? Лизать лицо лиском лизанья. Обалдеть. Тони Старк, ты ли это? Сейчас пилит какой-нибудь новый костюмчик такой. Железный. CJ-натор. Ну здесь тоже, ну это поменьше, конечно, но она более уютная, по-моему. А здесь то же самое? Да, здесь тоже, я понял, тут два вида похожи. Ну что, пойдем в гараж, посмотрим, как гараж выглядит. Ну, в принципе, гараж как гараж. По-моему, ничего нового такого. Я не помню такого рисунка на Элиги. Я такого рисунка не помню. Я бы сейчас все машинки взял, но у меня там есть одна, так что... Даже нет смысла себе розыск поднимать. Пойдите мне, пожалуйста, на стрит. bulmarstreetniger.com. Ну что ж, в общем-то и все. Посмотрели все, что можно было. Пощупали, так сказать, помацали. В следующей серии, я надеюсь, я... Не поленюсь, схожу в магазик, задоначу 200 рублей, скину сюда. Восстановлю себе законку на соточку и пойдем куда-нибудь... Официальной организации... И-и-и. Организации официальной пойдем и... Я хочу там... Я не хочу задротить, я хочу чисто... Вот как-нибудь по-быстрому, чтобы там ранг какой-нибудь 4-5 такой. Ну, чисто по-быстрому там. От балды просто поиграю немножечко в свободное время. И набьюсь этот ранг какой-нибудь. Я хочу просто ездить и доебываться до людей. Вы не представляете, как это кайф. Вот человек такой ЕРПшный, вроде ничего не нарушает. Такой вот, прижмите к обочине. Такой, да-да-да, я же порядочный гражданин. Так, у вас почему фара разбита? С ваш штраф. Он такой, ну это же, это, нету тексту. Я такой, что? Что ты ты был в 90-х? Ты не был в 90-х. Ну, вообще-то, ты не был, мне 30 лет. Ну ладно, ты был в 90-х, но ты не был в смысле, мне 36. Твою мать. В общем, как-то вот так вот будет, надеюсь. Блин, что ты сейчас сказал вообще? В общем, всем спасибо за просмотр, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Я буду очень благодарен. Ну, оставайтесь такими же классными, ребят. Пока. Да какому алкоголику в руки дают эту камеру? Да не шатай ты! Ашот, хватит! Ашот! Сука, да не шатай ты камеру, Семёныч! I'm gonna come to the end.